Всем добрый день, дамы и господа. Сегодня на рассмотрении у меня маленький мешочек, и в нем что-то металлическое. Как я к этому пришел? А у меня есть сумка маленькая, ременная, очень красивая и очень такая хорошая сумка. И я в пакете у нас больше ничего нет. И я решил ее носить именно на ремне. Но на ремне в районе бедра. В районе бедра. И для этого я купил себе маленькие... Извините, iPhone не предполагает остановки видео, поэтому только вспомнил. И сейчас быстренько принесу. Вот такого плана были у меня. Сейчас петличку одену. Так. Вот такого плана у меня были карабины. И вы знаете, я эти карабины использовал именно по две штуки. Сумка у меня классная, красивая. Что ж такое? Сейчас покажу. Вот такого плана сумка, кожаная, офигенная, стоит до 1000 рублей и очень носка, очень классно, много всяческих возможностей там носить. Здесь карман, здесь большой карман, ну как вы видите, здесь потайной карман вот в этом месте, затем еще один карман здесь. Тут можно носить какие-то мелкие вещи, затем большой карман. Опять же, здесь я ношу мелочь и ключи. Видно, не видно, лично мне видно, но я думаю, что вам уже тоже видно. Сзади нет, есть возможность носить непосредственно вот здесь, ремень продевать вот так, либо на карабине, специальный карабин предназначен, и можно надевать сюда, а также... В комплект входят вот такие ремешки, естественно, длинные. То есть эта сумка может быть как через плечо носиться, так и на ремне. Довольно увесистая, поскольку это кожа. Кстати, здесь еще тоже ремень. Я использую его для денег бумажных. Очень удобно и особо никто не догадывается. Так вот, сумка довольно тяжелая. Кто захочет узнать непосредственно про эту сумочку... Пишите, я сделаю, как бы скину вам ссылку. Единственное, что немножечко вот здесь вот так вот она, чуточку какие-то вот ниточки отходят. Но за такую сумму это вообще шикарная вещь. В двух цветах, черная и вот такая вот коричневая. Итак, у меня для начала были вот эти вот карабины, но такие карабины, как вы понимаете, да, во-первых, они тоненькие, поэтому я использовал их вот в паре, вот так. И здесь одевал сумку снизу, а здесь одевал еще один карабин. В принципе, эти карабины достаточно, вот я пытаюсь их дернуть, они достаточно крепкие. Но когда мы вот эту вот белую, видите, она, кстати, немножечко вот она... Ну, сама по себе такая не очень качественная, да? То есть она до конца не доходит. Вот, она доходит, но она... Но, когда мы вот эту вот белую сдвигаем чуть-чуть туда, все, здесь отходит пестик, и она уже не рабочеспособная. Именно поэтому я себе... Я 5 штук из 10. Кстати, дешевые они, стоят порядка 60 рублей, 10 штук. Вот таких вот карабинов. Но они для моей цели не подходят. Возможно, они подойдут для каких-нибудь там растяжек бельевых. Что-то такое, где вы не будете вот именно эту белую часть как-то ее, ну, искажать, что ли, да? Как-то разламывать. Поэтому я, грубо говоря, купил вот такие более мощные карабины. Прочитал я про них, про эти карабины, что эти карабины какие-то тоже не очень качественные. У кого-то
собак, для собак кто-то покупал, чтобы можно было спокойно. Кстати, первый раз я держу эти карабины в руках, и на вес они весят, ну, примерно грамм 10, грамм 20. Ну, то есть они очень легкие. Если сравнить мое кольцо, два кольца, да, и сравнить карабин, то карабин. Вот примерно вот так вот оно весит, даже карабин еще легче. То есть я не знаю, из чего это сделан, какой сплав, но они действительно очень легкие, и я так предполагаю, что это не алюминий. Итак, продолжение. Я купил это специально для того, чтобы опять же вешать эту сумку, но смысл в том, что кто-то по отзывам кому-то не нравится, потому что они ломаются, то есть собаки сами берут. Сейчас я попробую. Не, ну это крепко. Для моей сумки 100% подойдет, да? Вот. Собаки растягивали. То есть, наверное, собаки крупные какие-то. Не немецкие овчарки, наверное, еще крупнее. И, соответственно, оно вот так вот аж было, знаете, как, ну, как веревка уже. Ну, такое шик. Вот. Я себе купил просто для сумки, и я думаю, что мне пойдет. На данный момент мне не нравится, что вот действительно он скрипит. Вот, однако ребята говорили в комментариях, что если до конца полностью поднять эту трубку, заглушку, то звук пропадает. Так и есть. Так и есть. Ну что, значит, вверх. Эта трубка, она именно для того, чтобы не выскользнула, не открутилась. И в отличие от вот этих карабинов, которые вот эта вот часть уходит туда иногда, ну вот так вот раз, и выходит из строя, то это не выходит, то есть достаточно прочно. Ну и что можно сказать? Я заказал еще две подобные модели карабинов. Единственное, заказал черного цвета, потому как у меня брюки черные, сумка, правда, коричневая. Но вот таким образом они отходят. Ух ты, довольно большой ход. А здесь очень хорошая пружина. Здесь, ну, здесь уже она уже сама, видите? То есть, на мой взгляд, это хорошего качества. Я доволен этой покупкой. Давайте сразу возьмем мою сумку. Принцип такой. Здесь, ну, действительно очень качественная сумочка. Ссылку, если только вы попросите, я на нее оставлю. Потому что у меня есть видео там, где конкретно про эту сумку. Вы можете найти и посмотреть в моих записях. Принцип, значит, вот такой. Мы это делаем вот так. Закручиваем эту штуку. И на этом только надо в какую сторону ее закручивать. Я что-то... Вот. Да. Вот так вот мы ее закручиваем. И, собственно говоря, на этом все. Сумка будет находиться, если смотрите, здесь один карабин, и здесь уже будет еще один карабин, который уже на ремне. То есть, ну, примерно в районе бедра будет. То есть, смотрите, если у меня был вот такой карабин, одну секунду, если у нас был вот такой карабин один, вот такой. И вот с этим карабином мне было достаточно удобно. То есть этот карабин, он, ну, действительно был где-то в районе бедра. То вот этот в два раза длиннее, в два раза больше, он будет вообще на вытянутую руку, и это будет вообще супер удобно. Вот. Так что, ну, в принципе, здесь написано not for clay. Короче, не для скалолазания. Не для скалолазания однозначно. Если вы думаете, что вот эти карабины можно брать, и они подойдут именно для альпинизма, то, конечно же, здесь тут же написано, нельзя использовать именно для альпинизма, потому что вы подвергаете жизнь свою серьезной опасности. Вот эти вот карабины, они не предназначены изначально для скалолазания, и ни в коем случае нельзя использовать их именно для скалолазания. Для таких нужд, как я предпочел себе, вполне возможно. То же самое какие-то там для палаток или привязать к рюкзаку какую-то кружку. Тоже вы это смело можете делать. Итак, друзья, я заканчиваю это видео. Всем спасибо за просмотр, кто просмотрел. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Расскажите друзьям о таких замечательных штуках. Ну реально, сколько весят. Ну, сейчас бежать за весами это лень. Вот, ну в том плане, что уже третий раз бежать. Вот. Ну, в общем, друзья, всем спасибо и всем пока.
хороших вам дней и настроения. Удачи!